Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». Сегодня поговорим о мире искусства, о мире музейного искусства, потому что у нас в гостях Дарья Давыдова, заведующая научно-просветительским отделом музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы. И поговорить хочется сегодня о знаменитом Малаховском летнем театре, о тех именах, о тех людях, которые с ним связаны. Опять же, вот живя сейчас, 21 век, переживая вот эти пандемийные времена, мы очень часто не замечаем, что вокруг нас огромное количество очень интересных мест, практически заповедных мест. Заповедных не только с точки зрения красоты природы и так далее, но и с точки зрения исторических, ну, каких-то фундаментальных, что ли, мест, где находились люди, которые являются, ну, элитой, да, российского творческого вот, я не знаю, союза, что ли, потому что огромное количество людей проходило через Малаховский летний театр. И о некоторых из них мы поговорим сегодня с Дарьей Давыдовой. Здравствуйте, Дарья. Николай, добрый день. Вот, скажите, пожалуйста, ну, правильно говорю, что Москва Москвой, а все равно всегда хотелось куда-нибудь выехать за пределы. Москва всегда был город особый, и в те времена тоже был особый. И вот везде в Подмосковье какие-то были места, куда пытались, ну, начиная с дач писательских, усадеб и мест, где люди искусство проводили время. Это верно? Вы знаете, да. В Малаховском летнем театре выступали артисты, которые выступали на столичных сценах, корифеи московских театров. Но, тем не менее, всегда находилась публика, ее было немало, которая приезжала на их выступления за город. Потому что в Малаховке, помимо самих вот этих выступлений действительно выдающихся артистов, великих артистов русской сцены, можно сказать, без преувеличения, было еще что-то особое. Дачная атмосфера, атмосфера дачного отдыха, дачного праздника. Расслабление. Да. И, наверное, если попытаться выразить суть такого явления, как Малаховский летний театр, кратко, то вот этим, наверное, он и был славен и знаменит. Ну, давайте начнем с самого начала. Как он образовался, кому принадлежала идея, и почему именно, и работал ли он только летом? Да, театр работал летом. Это, безусловно, связано с тем, что летом продолжается дачный сезон. Осенью, зимой, конечно, было какое-то постоянно живущее население, но все-таки это было меньшинство. Да и из Москвы не хочется уже ехать в такую погоду, да, слякотную-то. Угу. Не то, что летом. Ну, а летом наоборот хочется, да, конечно, оттуда убежать. Так, и кому принадлежала идея этого театра? Театральная жизнь Малаховки началась, это может показаться странным, удивительным, но на самом деле это логичная такая вещь, это совсем не удивительно, с любительских постановок служащих Московско-Казанской железной дороги. Неожиданно. Потому что они... Художественная самодеятельность. Ну, по сути, да. Так. Они были одними из первых застройщиков поселка, одними из первых жителей. И на самом деле их следы мы видим практически в любых начинаниях, которые осуществлялись в тот период в Малаховке. Поэтому неудивительно, что здесь они тоже оставили свой след, внесли определенную лепту. 1896-97-98 годы – это как раз начало любительских вечеров и постановок с участием железнодорожных служащих. Именно тогда... Это что-то типа фестиваля было, да, такого микрофестиваля? Или они просто вот, как, может, скучно было, не скучно, я не знаю. Их же никто не заставлял, наверное, это делать. Ну, безусловно, это и давало какой-то досуг в летнее время. То есть, скорее всего, из-за досуга, да, и было такое желание, что а что бы нам не тряхнуть стариной. Вот, тем более, что людей творческих достаточно в разных профессиях, да, они решили организовать вот такой любительский театр. У них был любительский оркестр. Оркестр даже. Который аккомпанировал во время танцев. Ну, вообще, как тогда считалось, дача служит для того, чтобы человек, который устал, угу, от города, который перенервничал за то время, что он находится в городе,
чтобы человек расслабился и занимался только тем, что ему приятно. Поэтому... Ну, в общем-то, и сейчас да. вроде тот же самый этот девиз удачи. Но сейчас многие все-таки усиленно трудятся на своих приусадебных участках. Да, выращивают что-то. Для многих это вторая работа. Да, бывает такое. А в те годы как-то так к этому не относились. Цветочки и отдых. Расслабляющий отдых. Угу. То есть они веселили фактически сами себя и потихонечку всех, сами кто себя и публику, которая там была поблизости. Так, местная. Что случилось потом? Возникла инициатива построить уже здание театра, не просто где-то на какой-то площадке выступать. В конце 19 века было построено первое здание театра. Угу. И резкий рывок совершил наш театр в первые годы 20-го столетия. Московский артист Григорий Степанович Васюченко-Галицкий строит в 1904 году второе здание театра. То есть, видимо, с первым зданием что-то случилось. Скорее всего, оно сгорело. Ну да, времена были такие. Да. И вот здесь уже в 1900-е годы, в 10-е годы уже уровень не просто самодеятельности, а уровень не просто профессиональный, уровень столичный. Угу. То есть было принято решение прям сделать вот такой театр. Да, думаю, что немалую роль в этом сыграли землевладельцы, которые появились в конце 19-го столетия, семья Соколовых. Угу. Это были московские юристы, самый известный представитель этой семьи – Сергей Алексеевич Соколов-Кречетов, который в 1903 году создал в Москве издательство «Гриф». Он печатал произведения таких поэтов, как Блок, Северянин. Угу. Это человек, который тоже сыграл немалую организаторскую роль в литературе, так же, как и Николай Дмитриевич Телешов, но совершенно в другом направлении и в других кругах. Вообще, угу. по Малаховке можно изучать историю русской литературы в начале 20 века. Но вот именно при Соколовых театр выходит на тот уровень, что это площадка, на которую не стыдно пригласить Шаляпина, Собинова, Антонину Нежданову, солистов балета Большого театра. Суперзвезды. Да, это суперзвезды, это имена всероссийского и даже общемирового масштаба. А как вот удавалось приглашать? Вот давайте прям поговорим. Вот Шаляпина, как кого удалось уговорить приехать и выступить? Думаю, что здесь большую роль играли личные связи, угу. контакты. Ну вот, например, Шаляпин достаточно тесно общался с Телешовым. И... Это второй владелец, да? Да, владелец Южной Малаховки. Угу. Телешов... также еще сыграла определенную роль в театральных делах. Его племянница была актрисой и режиссером в МХАТе. Угу. Она была одной из последователей Константина Сергеевича Станиславского. Поэтому мхатовцы и так бывали в Малаховке в гостях у Телешова. И периодически он их привлекал в Малаховский театр. Думаю, что большую роль здесь играли личные контакты. Очень часто руководили, этот театр уже был сезонный, летний. Mm-hmm. Он представлял собой антрепризу, то есть состав был каждый сезон новый. Да. Mm-hmm. Это были представители разных театров. Кто-то, допустим, из Малого театра, кто-то из Камерного театра. Но очень часто руководили люди из Малого театра. Сергей Головин, Михаил Ленин, которые достаточно видную роль играли на тот момент в жизни самого театра. То есть они выступали художественные руководители вот этого театра в Малаховке, да? Да, они руководили театром в Малаховке, поэтому они привлекали много кадров, конечно, своих. Ну и плюс режиссерский еще состав какой-то был, и режиссеры, да? И актеры. То есть выстраивали эту программу, да, ставились антрепризы, на каждую антрепризу был какой-то режиссер, и выстраивалась эта программа. Плюс да. концерты. Интенсивность у них была порядка 32-33 спектаклей за сезон. Ого! Это прям сезон. Да, все очень было серьезно.
И каждый вечер представлял собой, конечно же, не только спектакль, но и увеселения, развлечения, которые были прекрасно организованы. Это как понять, что за увеселение? Танцы, балы. Ага. Выбирали королеву красоты, законодательницу мод. Танцевали до 2 часов ночи, об этом нам говорят афиши. Занимались модными видами спорта. Получается, что огромное количество людей тогда должно было принимать участие. Все-таки должно, ведь это же не бесплатные, наверное, были выступления. Это были не бесплатные мероприятия. Вход в парк тоже, кстати сказать, был не бесплатный. Но, безусловно, спрос был. И спрос был такой серьезный, что железная дорога даже изменяла расписание поездов. Ночных поездов на Москву. То есть это говорит нам о чем? Это говорит о том, что много приезжало московской публики. Именно на, да, на вечер? Да, именно на эти вечера. Они могли посмотреть на своих кумиров и плюс к этому расслабиться и отдохнуть в атмосфере дачного праздника. Среди, оторвавшись от Москвы. Да, оторвавшись от Москвы, среди соловьиных трелей, цветущей сирени и так далее. Но что говорить, это та поэзия, которую отметили очень многие. Хорошо. Во второй части нашей программы мы поговорим уже о самих участниках, но завершая тему антрепризы, сколько же там примерно актеров выступало за сезон? Они набирали актеров, они играли одни и те же актеры разные спектакли, или могли быть разные антрепризы с разным составом актеров? Если обратиться к афишам, то один и тот же артист выступал в нескольких спектаклях. В свое время сотрудники нашего музея делали попытки подсчитывать, ну, допустим, Николай Радин. Вот конкретно он в каких спектаклях играл, или, ну, это я для примера говорю, вот конкретно кого-то взять из артистов, то вполне себе оказывается, что один и тот же артист выступал в разных спектаклях в один и тот же сезон. Так что занятость была достаточно высокая. Это подтверждает и Алиса Георгиевна Коанен. Она здесь побывала и выступила на малаховской сцене еще в молодости. И по ее воспоминаниям, ну, просто-напросто работы было столько, что спать было некогда. Нужно было постоянно учить роли. Она была занята в большом количестве спектаклей и только успевай готовиться. Ну, для актеров это тоже хорошо, это же да, заработок. Это заработок это постоянный, заработок, летом. Это опыт. Да. Ну что ж, во второй части поговорим о звездах, кто там был, каковы сохранились, помимо афиш, может быть, какие-то впечатления. У нас в гостях Дарья Давыдова. Говорим мы о Малаховском летнем театре. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Дарья Давыдова, заведующая научно-просветительским отделом музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы. Говорим о Малаховском летнем театре. В первой части мы узнали о его появлении, о том, о театральной, что ли, его составляющей, собственно говоря. Но театр – это еще и площадка для выступления знаменитых актеров не только в качестве репертуарного театра, хотя он был не репертуарным, а антрепризным, да, вы понимаете, о чем идет речь. Но, тем не менее, получается такой летний репертуар, раз актеры работали не в одном даже спектакле, а в нескольких. Но были еще и отдельные программы. Давайте вспоминать имена, кто же выступал. Мы вот немножко Шаляпина коснулись. Как его уговорили? Он с радостью туда поехал или так, нехотя? Шаляпин выступал в Малаховке неоднократно. Так. Воспоминания наших старожилов дают такую картину. Многие его слышали. Ну, конечно, ради таких знаменитостей люди буквально бросали все свои дела, если узнавали, сразу бежали на его выступление. Он оставил автограф на стене артистической комнаты театра, расписался просто-напросто на стене. И тем самым он начал своего рода традицию, другие артисты после него тоже стали так делать. Но, к сожалению, поскольку здание театра сгорело, то в оригинале этот автограф мы уже не увидим, но в нашем музее есть его реплика, воспроизведенная на дощечке. Что касается других артистов Большого театра, в Малаховке жил на даче, отдыхал, готовился к концертам
Леонид Витальевич Собинов. Собственно, дача его сохранилась. На пешеходных экскурсиях мы проходим это место. Так что наши туристы, экскурсанты... Могут увидеть это. Знают это место. Да, могут увидеть. Он отдыхал, распевался, ну и, конечно, выступал на Малаховской сцене. Он до какого года там жил, Малахов? В начале 20-х. Угу. Нежданова бывала в Малаховке. И... Она участвовала с какими-то... ну... театральными вечерами или тоже играла, как, скажем, отдельный концерт был, да, у нее? Или в каких-то, как говорят сейчас, в солянках принимала участие? По-разному бывало. По-разному. Угу. То есть где-то сборные концерты, а где-то вот персональное выступление. Да, программы могли быть построены по-разному. Но самое главное, что эти имена, безусловно, они собирали аншлаги. Да, номер один. А опять же Москва приезжала, да, еще сюда. Если мы говорим о Большом театре, конечно, это Екатерина Васильевна Гельцер. До сих пор очень многие знакомы с этим именем. Она танцевала на сцене Большого театра более 40 лет. Что само по себе, да, выдающийся результат. Было очень много ценителей ее искусства. Mm-hmm. Она жила на даче в Малаховке. И, кстати, интересный факт. Екатерина Васильевна Гельцер танцевала главную партию в балете «Красный мак», который позиционировался как первый советский балет на современную тематику. Mm-hmm. Этот балет был создан малаховскими дачниками. Либретто написал главный художник Большого театра Михаил Иванович Курилко, и он же создал декорации к балету «Красный мак». И Рейнгольд Морицевич Глиер создал музыку к этому балету. Также с 1940 года стал малаховским дачником. То есть к чему я вам привожу этот пример? Вот такова особенность истории Малаховки. Там, где одно имя, там будет 10. Одно цепляет другое. Одно цепляет другое, совершенно верно. А вот интересно, ну, вот у человека дача, да? Человек танцует в Большом театре. Казалось бы, на даче хочется отдыхать, а все равно танцевала. Уговаривали или самой хотелось танцевать в таком дачном варианте? Ну, видимо, и желание самих артистов тоже играло определенную роль. Им тоже нравилась атмосфера выступлений в Малаховке. Все-таки в своем театре, угу, на основном месте службы одна атмосфера, один подход, а здесь все-таки более свободная какая-то атмосфера, более свободный коллектив, представители разных театров. Думаю, что в немалой степени артистам было интересно друг с другом. То есть такая богема, да, собралась. Артистам тоже хотелось... пересечься на каком-то этапе. Пересечься. Угу. Артистам тоже хотелось посидеть под сиренью, послушать соловьев и почувствовать прелесть дачной жизни. Они же тоже жили на дачах. А вот интересно, театры, которые прекрасно понимали, что, ну, актеры имеют право там подзаработать и так далее, но они нормально относились, там малый театр, большой театр, что где-то вот в Малаховке летом там творятся, как и все работают, деньги зарабатывают наши знаменитости. Были какие-то проблемы или это само по себе естественно было? В Малом театре это было в порядке вещей. Угу. Малаховский театр негласно называли филиалом Малого. Угу. До сих пор такая формулировка звучит, но это вполне разумно, потому что действительно актеры Малого театра – это существенная часть вот той, так сказать, галереи великих имен, которая у нас уже сложилась. Угу. Но не всегда бывало так. Например, когда приехала Алиса Георгиевна Коунен, она от души серьезно погрузилась в работу. Ей в Малаховке нравилось, публика ее прекрасно встречала. Малаховская публика считалась достаточно взыскательной, ну, может быть, где-то даже строгой к артистам, но при этом, как писали современники, публика любила своих артистов, артисты любили свою публику.
Но Константин Сергеевич Станиславский потребовал от Алисы Георгиевны, чтобы она прекратила эти гастроли, и, к сожалению, ей пришлось подчиниться. Но артисты Малого театра, Ленин и Головин, которые, собственно, ее пригласили в Малаховку, они ей устроили очень теплый бенефис. Так что, кстати, если уж мы говорим об исторических источниках, которые нам дают историю театра в Малаховке, то как раз Алисе Коунен мы должны быть благодарны за подробные воспоминания. А, кстати, Станиславский сам не приезжал? Как-то не очень хорошо это воспринимал, да? Станиславский... И сами некоторые другие известные деятели, я имею в виду режиссеры, драматурги, может быть. Станиславский входил в окружение Николая Дмитриевича Телешова. Опять же, через Елизавету Сергеевну, племянницу, которая приезжала в гости к Николаю Дмитриевичу вместе с представителями Московского художественного театра. Немирович Данченко приезжал в Малаховку и бывал здесь. Что касается Станиславского, как-то вот, может быть, есть какие-то источники, которые нам дают его пребывание в Малаховке. Пока нам не очень известно, но думаю, что он Малаховку все-таки знал. Предполагаю, что он бывал здесь, потому что не так давно стал известен интересный факт. В 1918 году, ну, понятно, ситуация в стране изменилась, революция, национализация дач. Стало ясно, что землевладельцы и дачевладельцы очень скоро потеряют многое из того, что имеют. Да, все станет народным. Да. Константин Сергеевич Станиславский проявлял такую инициативу, предлагал в деревянной даче Телешова организовать дом отдыха для артистов МХАТ. То есть, если он выступал с таким предложением, думаю, что все-таки он знал, о чем писал. Но судя по всему, эти концерты не особо именно Станиславский, так, исходя из того, что вы сказали, ну, нравилась ему эта история, потому что, ну, жизнь есть жизнь. Сейчас, конечно, прекрасно нам вспоминать о том, что артисты выступали, но мы знаем, что режиссерам это не всегда нравится, чтобы не выпадали актеры из обычной работы. Да. Публика. Кто приходил? Вот вы сказали, что, ну, понятно, те, кто жили там, и кто приезжал. Что это было? Сколько людей вмещал этот театр? Ну, что касается контингента публики, много было публики московской, много публики было из числа местных дачников. Естественно, если по соседству с ними выступали Шаляпин, Собинов, выступали корифеи Малого театра. Конечно, дачники тоже не сидели сложа руки. Конечно, они шли смотреть такие выступления. Но вне зависимости от того, кто это был, были местные люди или все же приезжая публика из Москвы, артисты неоднократно отмечали, что все-таки особая какая-то интеллигентность присутствовала у этой публики. Это была публика, которая разбиралась в театральном искусстве, разбиралась в репертуаре. Аплодировала там, где надо. Аплодировала там, где надо. Была, может быть, строга к артистам, достаточно взыскательна. То есть и свистать могли, если что? Ну, если что, могли. Елена Николаевна Гоголева, актриса Малого театра, вспоминала, что... Она там тоже была. Да, она там тоже была. Она вспоминала, что вот в ее восприятии, восприятии ее коллег по труппе, Малаховка – это было место, где все должно быть сделано идеально, потому что малаховская публика все увидит, все заметит, какие-то огрехи, недоработки здесь нежелательны. То есть все должно быть по-настоящему. Все должно быть по-настоящему. Хорошо, ну и потихоньку идем к завершению. Как долго просуществовал театр и чем закончилась его история? Есть ли возможность, такой неожиданный вопрос, каким-то образом сейчас возродить эту историю? Или у нас же есть такие примеры подмосковные, где, не будем называть, где выступают в элитных огромных залах суперзвезды, ну, по крайней мере, до пандемии выступали?
Дальнейшая история театра какое-то время после революции продолжалась на том же уровне. Но во многом это было заслугой Иосифа Ивановича Дарьельского, который бессменно 15 лет, с 19 по 34 год, руководил Малаховским летним театром. Конечно, поскольку он сам служил в Малом театре, он привлекал очень многих из Малого театра. И вот в 20-е, в первой половине 30-х, вот эту марку, которую установили еще до него, держал. Он сумел удержать. Ну а впоследствии и Дарьельский отошел от дел, и настолько же деятельного и энергичного человека на замену ему не нашлось. И просто-напросто киноискусство в какой-то степени потеснило искусство театральное. Поэтому в 30-е годы здание театра стало использоваться для кино. Показа кино. Как правило, вот если к нам приходят жители Малаховки старшего поколения, они ведь не скажут «летний театр», они скажут «летний кинотеатр», потому что именно таким он для них… знали его как кинотеатр. Да, именно в кинотеатр летний они бегали в детстве. А сейчас что? Ну, какое-то время он использовался для спектаклей. Угу. Ну, собственно, он до самых последних лет, если мы проследим историю вечеров, концертов по Малаховскому вестнику, даже хотя бы за 90-е годы. Что-то там было. Он использовался до последних лет, он не пустовал, до 1999 года, когда нашего театра не стало. Понятно. Есть идея возрождения? Где-нибудь обсуждается этот? Ну, конечно, эта идея никогда не покидала Малаховку. В 2016 году организовано местное отделение общества охраны памятников, и они ведут серьезную работу. Они признали заповедной зоной территорию, где находился театр. Но, на мой взгляд, вот лично свое мнение скажу, что самое главное, что среди дачных театров их было достаточно много ведь в Подмосковье. Угу. По большей части они все-таки уже подзабыты. И то, что малаховцы так хорошо помнят свою театральную историю, то, что это до сих пор тема живая, это не какое-то прошлое со страниц учебника истории, то, что это до сих пор тема живая для многих, это самое главное. Пока есть вот такое отношение, есть и надежда на лучшее. Надежда на лучшее, на его возрождение. Спасибо огромное. Дарья Давыдова, заведующая научно-просветительским отделом музейно-выставочного комплекса городского круга Люберцы, рассказала нам очень подробно об истории легендарного Малаховского летнего театра, который, кстати, можно возродить, если над этим хорошо подумать. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания.